Так, что у вас здесь случилось? Мы врезались друг в друга. А кто же здесь виноват? Я. Везу тебя в тюрьму. Все, поеду себе обратно. И я поеду домой. Надо сбежать. И оп, оп. И надо быстрее уехать отсюда. Надо быстро уехать из города. Надо срочно уехать из города. Надо уехать далеко-далеко. А что если не спрятаться? До утра подожду. Здесь меня никто не найдет. Все, буду спать. Все, уже утро. Ура, могу дальше поехать. Мне надо найти дом, в котором я буду жить. А я сейчас вызову строителей, и они мне за ночь все построят. Ну, не за ночь, до ночи. А я пока стану здесь и буду им звонить. Дзынь-дзынь. Так, кто-то мне звонит. Алло. Здравствуйте, можете мне построить дом? Конечно, только где вы находитесь? В другом городе. В общем, приезжайте. Хорошо, до свидания, я поехал. Здравствуйте, где вам построить дом? Сюда, вон там. Ладно. Этого мне должно хватить. Начну строить. Ладно, а я пока что посплю. Посмотрю, построили ли там домик. Вау! Вы уже построили домик? Да, построил. Платите мне теперь деньги. Хорошо, вот, держите. Спасибо, до свидания, я поехал. Красотень. Классно у меня домик. У меня даже второй этаж есть. Да, классно, вид из окна. Я все здесь могу сделать. Ладно, поеду что ли в магазин мебель покупать. О, приехал. Значит так, сейчас наберу то, что мне нужно. Поеду домой. Все, отлично. Все, что для кухни есть. Есть телевизор. Ну-ка попробую включить его. Почему-то он не включается. А, вот, включился. Ложусь в постель. Все равно там уже ночь. Я буду, пожалуй, за телевизором засыпать. Я проснулся. Значит, телевизор можно уже выключить. Пойду-ка я вниз, приготовлю себе кушать. Значит так, сделаю-ка я пиццу. Тык-тык, включить. Все, пока помоем колеса. Дин! О, еда уже готова. Открываю. Пицца! Ура! Ну что ж, пойду накладывать на стол. Отлично, могу уже покушать. Ой, какой же я неуклюжий. Пробую еще раз.
Все, я позавтракал, наелся. А что, если меня ищет полиция? Я же сбежал из тюрьмы. Значит так, надо подняться на второй этаж. Вдруг они там уже есть. Надо посмотреть из окна. О нет, полиция уже приехала. Значит, придется драться. Я буду драться. Я. Все, вы меня никогда не посадите в тюрьму. Я вас закрою камнями, и вы никогда отсюда не выберетесь. Плохая полиция. Все, теперь вас не видно, и никто об этом не узнает. Ха-ха-ха. Пойду-ка я куда-нибудь дальше. А что, если я куплю вертолет? Зачем мне покупать, если я могу просто украсть? А вон и самолет. Ладно, пока никто не видит, сяду в него внутрь. Я! Все, я внутри, включаю двигатель и улетаю. А вон и мой дом. Все, отлично, выхожу. Надо спрятать самолет. Вот сюда. Здесь его никто не найдет. Крыло торчит. Все, так его точно никто не найдет. Пойду домой. А что если мне украсть еще и корабль? Тогда я смогу плавать хоть где. Надо пойти украсть корабль. А вот и корабль. Ах, холодная здесь водичка. Ладно, и... Опля! Приду двигатель. Включу-ка я двигатель и... Залезу я сюда. Теперь закроюсь. Включаю двигатели. И все, я поплыл. Что же это за острова? Откроюсь-ка я. Значит так, закрою. И поеду отсюда. Что же это такое? И опа. И опля. И опля. 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 Что же это за место? Что же это за место? Не знаю, но здесь вода. О, мой кораблик. Ладно, подожду здесь. О нет, что это за звуки? Кто-то стреляет где-то. Надо точно срочно здесь спрятаться. О нет, что это было? Вертолеты! Я слышал кого-то, я буду стрелять. А здесь никого нету. Ладно, полечу обратно. Мне кажется, что это был вертолет. Ну да, я его точно видел. Надо отсюда побыстрее выбираться. И... Ай! Ай! Ай!
Ай! О, прям на корабль. Ладно. Включаю двигатель. Давай, открывайся. Я поплыву обратно. Точно выбираться отсюда. Ну как я вовремя успел. Все, надо срочно поехать домой. Так, стоп, стоп, стоп. Зачем ты дерешься? Ты меня положил под камни и сам со мной дрался. Теперь я посажу тебя в тюрьму. Ты меня все понял? Да, пожалуйста, не надо, не надо. Нет, кто это? Привет, друг, я тебе помогу. О, спасибо. Хорошо, ты полицию взорвал. Ага, вон там лежит сейчас уже взорванная. Молодец, в общем, я поехал домой, а ты лети на базу, хорошо? Ладно. А я, пожалуй, поеду домой. Ах.